Тариф для мусорного регоператора на 2021 год может быть завышенным. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что до сих пор нет информации по фактическим расходам «Магнита» на транспортировку мусора. Это стало известно после того, как прокуратура Омской области направила в ФАС данные о том, что в 2019 году регоператор не в полном объеме исполнил территориальную схему, а также забирал отходы не из всех населенных пунктов. Антимонопольщики требуют от Омской региональной энергетической комиссии изучить, сколько на самом деле «Магнит» потратил на перевозку мусора, так как от этого показателя зависит стоимость услуги в 2021 году. Есть вероятность, что тариф завышен. В РЭК должны выполнить предписание до 1 июля. Между тем, представители «Магнита» уже отреагировали на ситуацию. В компании уверяют, что новая проверка лишь подтвердит старые данные. Компания Омского регионального оператора регулярно проходит множество скрупулезных проверок со стороны надзорных органов. Обоснованность тарифа на 2019 год была уже доказана регулятором в судах нескольких инстанций. Специалисты экономического отдела компании предоставят РЭК Омской области в соответствии с законодательством все необходимые для анализа документы. Регоператор уверен в проведенных расчетах и в том, что очередная проверка подтвердит их обоснованность.